Ну и всем привет, Мадрид, хотя это с вами по-прежнему я, Суперкот. Извиняюсь дико, что так долго видосов не было. Ну, блин, возникли у меня тут непредвиденные дела. Да, тут полсезона уже до конца почти прошло. Тут машина, все вот это, он в процессе. Все в процессе. Пипец, короче говоря. Сегодня у нас Лотус Эмира, я думаю, будет. Ну и, возможно, обкатаем вот это вот чудо. Радикал SR10 XXR. Ну а сегодня у нас Лотус Эмира. Покатаемся немножко на нем. Насколько времени хватит. Если видос резко оборвется, это норма. У меня на телефоне не бесконечная память. Вы должны меня понять. И я буду не виноват, если качество сильно урежется. Так, Эмира — первая модель в новой линейке производителя. Финальный представитель семейства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Эмира — это лебединая песнь о прошлом, в окно будущее Лотус. А, ну понятно, все решили переходить на электродвигатели. Кстати, я тут слышал новость, что Ferrari, Lamborghini заявили, что они закончили продажи машин с ДВС, теперь только гибриды, а потом уже в будущем перейдут на электрокары. Ну и так сказать, недавно, вот можно сегодня сказать, представили новый автомобиль. Блин, точно название не помню, но увидите, скриншот я вставлю с названием вместе. Ну и Ferrari также представили довольно интересный эксклюзивный автомобиль. Я тоже вам все скриншоты покажу, продемонстрирую, так сказать, и название покажу. Ну а сегодня у нас небольшие покатушки на Lotus Emira. 283 максималочка, 4,4 до сотки, ну и остальное там, я хз, как это называется. Ну давайте, наверное, прокачивать не будем. Давайте сразу к гоночке приступим. Касаемо насчет трансформеров, анимации Остро против фильма Майкла Бэя, в заморозке еще в очередной раз. То есть, если я его разрабатывал, то одно опять в раз в заморозке. Сейчас готовлю другой видос по анимации Мосера, нарезки. А, прикольный звук. Кстати, интересная приборная панель. Он как будто гибрид, а не ДВС. Ты глянь-ка, и не прошел я. Нифига себе, вторым приехал, это как? А сколько тогда проехали, извольте узнать? Несправедливо. Осуждаю такое. А ну-ка, давай-ка быстренько мне улучшение накинь. Подвесочку надо быструю. Ну, в смысле, нормальную. Чтоб хорошо так действовало. Но шины мы не будем улучшать. Как, впрочем, и выхлоп, потому что это конкретно влияет на скорость. Давай, поехали. Оставлю ее в синем цвете. В чернично-синем цвете. Давай. Да! Yes! Yes, я прошел. Хоть и с улучшениями, но я это прошел. Так, что там у нас дальше идет? Давай, быстрее. У меня время максимально ограничено. Так, кубок и последний герой. Ну давай, Мельбурн, Австралия, как говорится. Поехали, наверное. Ну-кась. А, тут он целый. Чё по цветам у нас? Ну-ка, давай, показывай, демонстрируй. 6 цветов. Синий, серый, серебристый, серый, зеленый, желтый, красный. Ну-ка, в зеленом. Стандартный цвет лотуса. Ну, знаете. Ну, красный стильно смотрится. Ну, стандартный зеленый цвет лотуса как-то не очень, я смотрю, особо подходит под этот автомобиль. Вот серебристый вполне себе. Хороший вариант. Ну, не, я оставлю базовый синий. Ну, два круга на кубке. Ну, давайте попробуем. Коль такие именины. Мельбурн, Австралия. Ну ух ты. Сколько лотусов. Ну вот сейчас попробуем превьюшечку заделать. Ну-ка давайте-ка, газуем. Сейчас тачку 100% поцарапаю, я в этом уверен. Ух, полетели как. Ну-ка тихонечко. Обходим, опа, ну-ка на превьюшечку. На превьюшечку пойдете. Ля, вы поглядите на эту красоту, только надо чуть-чуть подвинуть и отдали. Вот. Вот так. Красота. На превью пойдет. Всем, кстати, огромное за 34 тысячи подписчиков. Там уже даже чуть больше.
Ну капец, я видосы не снимаю, а люди подписываются, камон. Guys. Why? Мой английский божественен, поэтому... Возможно, буду когда-нибудь встраивать субтитры. Если такова возможность будет иметься. Да Етишкин пистолет, ну чё такое? А-а-а, тихонечко. Тихо. Вот телеграм, как всегда. Так, поворот. Давай. На все бабки кочегарим. Давай, слепстримчиком. Пошла жара. Опа, тихо. О, здорово. А я тебя помню. Ты раньше под другим флагом гонял. Ладно, осуждаем политику на моем канале. Ну и я уделываю их. На тачке минимальной фактически. Воу, тихо. Пока, товарищи. Поедем от первого лица. Так, отлично. Блин, какая офигенная это приборная панель. И довольно большая мультимедиа. Она выглядит, конечно, стильно, но у Лады Весты нового поколения там, да, там тоже можно с чем сравнивать. Попробую картинку, конечно, вставить вам, если не забуду. А я постараюсь не забыть. Ну давайте, что ли, немножечко. Подускорим наш Лотус. Так, всего на секундочку буквально. А, не, вру, не на секунду. А, ну да. На 0,1 секунду. Подускорили. Так, а ну-ка теперь давайте-ка вот на этом немножечко прокатимся. Ну то да, вот этот сюжет изучать, исследовать, что-то, ребят, мне в такую падлу. Я понимаю, конечно, да, постараюсь в следующий раз исправляться, но... Ух ты, какой цвет, какой раскрас. Ух, Етишкин пистолет. Не, это надо будет, это нам надо. Ну, кстати, да, и технические характеристики. 2,4 до сотки и всего 290 км в час максималка. Чё это за машина такая? Обгоните лидера до того, как гонка завершится. Ну, давай посмотрим, чё этот радикал могёт. Ух ты. Интересный звук. О, здорово. Воу. Нет, ты, товарищ, эта машинка, конечно, на превью не пойдет, охренеть, она быстрая. Бортанули. Давай, езжай. Так, БМВшку. БМВшку нафиг. Давай, езжай. Так. Еще одна БМВ, М8 уже старого. Старой конфигурации бортанул чуть-чуть, нормально, едем. Интересно выглядит, интересный звук. Еще одна БМВ, тоже М8. Давай. Так, Акура, Корветик. Ух ты, Корвет давно не видел такой. Так, Мерседесик GT. Может, успею? Нет, не знаю. Акура, Поршик. Давай. Чуть-чуть осталось. И Астон Мартин. Yes. Обошли. За минуту. Ну, знаете, но он неплохой аппарат. Учитывая то, что он у меня вообще не подготовлен был. Так еще и в плане того, то, что он, видимо, взял за счет того, что ускоряется быстро. Хотя у него сама именно скорость всего на 10 км в час ниже, чем показатель 300 км в час. Интересно. Давай сейчас быстренько доулучшаем его. Чё мелочиться? Так, ребятки. Тут у меня кот решил немножко пошалить. Произошли некоторые технические шоколадки, мне пришлось на секунду отлучиться. Тут кот решил у меня немножко. Сиди спокойно, не лезь на компьютер. На клавиатуру прям берет и лезет. Так, ну, далеко впереди, окей. Ой, вот это вот скорость, это до свидания сразу. Хотя лучше, так, лично напоминаю, на хвосте 30 секунд. Да, я тут немножко увеличил быстроту машинки нашей. За 2,33 он теперь едет до сотки.
30 секунд, говорите, держаться. Ну, окей, попробуем. О, вон он. Иди сюда, дорогой. Ну куда ж ты едешь? У него этого SR-10 звука будто как у электродвигателя. После звука этого гибрид, что ли. Да на хвосте дер... В смысле? Вот так, что ли, вплотную за ним ехать? Не, это издевательство. Да стой, гондон. Ну он не едет у меня, этот радикал, или как его там. И вот так 30 секунд. Издеваетесь? Девять секунд еще подержать надо. Ну иди сюда, ну твою ж мяу. Не едет у меня этот радикал ваш. Корыто это. Бесполезное. Аллилуйя, я это сделал. А затем одержите победу. Да без проблем, товарищ. Нет, я сказал. Извини, но я должен это сделать. Есть. Две минуты угробили на это. Давайте, раз уж на то пошло, выхлоп немножко подкачаем. О, как раз подускорится аппарат наш. Ну, это почти 300 км в час будет теперь гнать в максимальной скорости. Мы с Ахмин заняли первые и вторые места. Пипец. Я это пропущу нафиг. И давайте, знаете что? Раз уж мы это вот все так по двигонушке проходим, то я думаю, ну вот это все, вот этот сюжет проходить, ну мне сейчас впадло, ребят. О, Red Bull Ring. Ну, допустим. Так, где? Где? Не, Лотус и Мира, ты мне не нужен. Вот это вот можно, вот это вот все можно включить, активировать, пройти. Ну давайте вот формулу Е. Давайте, знаете, даже один кружок я вот покатаюсь, вот снова вот это вот пройду. Хотя я уже и проходил за 57 секунд. Вот такая вот формула Е. Это в раскраске Купры, по-моему, команды. Или как там правильно называется. Ох, ох, звучара. Электромотора. Ну, едем потихонечку. Да, Етишкин. 4,5 секунды штраф времени. Ошалеть не встать. 57 секунд. Ну давай, давай, набирай. А, чуть не бортанул. Жесть.
Давай, 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 набирай, 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 кочегарим. Поворот. Тормозим. Давай, давай, набирай. Тут иногда, знаете, даже проще бывает брать самому в руки управление машиной, чтобы она быстрее ехала. Что, так же 57 секунд, что ли? Ну, походу, да. Да, но тут надо отключать вот эти все помощники управления. Новый личный рекорд. Ух ты, на 1,5 секунды сбросил. Ну, неплохо, неплохо. Ох, ладно, ребятки. С вами был я, наверное... Давайте, наверное, прощаться уже. Возможно, вот я все никак не выпущу видос с машинами с предыдущих этапов. Вот все никак не выпущу. Ну, скорее всего, их и не будет. Посмотрим. Хотя, знаете, раз уж у нас тут Формула Е, то че бы не проехаться на Феррари? Ну, давай, давай, я начинал уже эту серию. Давай, давай, все, без текста, у меня время максимально ограничено. Вот, автокроссик пройдем и хватит. 380 максималка, 1,7 до сотки. По непредвиденным обстоятельствам, к сожалению, я не смог записать тот момент гонки на данной машине, она же Ferrari F14T. Я победил, да, да, но, к сожалению, записать снова этот момент я не смогу. Да. Ладно, ребят, с вами был я, Суперкот. Всем отличного настроения, ждите новых видосиков. Да и все, наверное. Ну и всем пока-пока.